посидел дома, подумал, разработал план, схемы такие, на что, что можно увидеть на всех этих листочках. Значит, написано, где должно быть вступление, два куплета пойдут подряд, например, без проигрыша, здесь будет проигрыш, дальше будет третий куплет, а потом будет заключение. Каким будет проигрыш, какое будет вступление и заключение, это его дело. Каждый раз он играет по-новому. Я с удовольствием это слушаю. И вот такой творческий подход к этому делу очень освежает и оживляет каждый раз программу. Но схема должна быть, без нее нельзя. Поэтому передо мной теперь такие же точно ноты, из которых мы пытаемся сложить песню. Julie.